Мне пришлось воевать и против немцев, то есть против этих самых финнов. В блокаде Ленинграда я 2 года пробыл. 21-я, 23-я армия. Воевал против японцев. А в период здесь это самое, учился в разведной школе Генерального штаба в 1945 году здесь. Вот, первый парад был здесь, в параде участвовал 1 мая 1945 года. То, что мы увидели, никогда не должен наш народ видеть и знать, и пережить. Мы для этого воевали, чтобы жили под ярким солнцем, под мирным небом. Вот. И никогда вы, чтобы не горювали, не страдали, не голодали. Да это все, это вся наша жизнь. Потому что если не этот праздник, если бы не наши прадеды, прабабушки, которые всеми силами души и своих физических сил помогли фронту одержать победу. Ведь нас бы не было, нас бы просто не было.